Всем доброго времени суток. Вашему вниманию представляется автомобиль Renault Logan 2006 года выпуска. Двигатель объемом 1,4 литра, механическая коробка передач. Задние дверные карты, как и задние сиденья в автомобиле, в отличном состоянии, без каких-либо пятен. Спереди что дверные карты, что сиденья, все так же в прекрасном состоянии. В комплектацию автомобиля входит такая вот мультимедиа Supra с подключением по USB, а также AUX. Передние электростеклоподъемники, погрев заднего стекла, центральный замок. Пробег в данный момент на автомобиле составляет 147 тысяч. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, а также адрес нашего автосалона, вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно купить в кредит по системе Trade-in, а также за наличный расчет. Всего доброго!